Однажды я возвращался домой и споткнулся на лестнице. Не, ну посмотрите еще раз. Идиот. Ну да ладно. Зайдя в квартиру и включив свет, я увидел странное пятно. Я не понял, что это. Вроде кровь. Нужно избавляться. Прикупив весь боезапас, я экипировался. Но для полной готовности не хватало лишь одного. Крутых очков. Да. Так, что мы имеем? У меня чешется нос. Нам нужна чистота, я сказал! Чистота, быстро, быстро, как мыть? Мыть вот так вот. Кто это? Что вы здесь забыли, ублюдок? Я вижу кровяное пятно! Я вижу еще одно кровяное пятно, какого хрена? А теперь сполоснуть. О, господи, что это? Ноги! Мать твою, мне нужна новая вода! Вау, прямо как у меня! Голова, минус. Тело, минус. Какого хрена? Я сказал ми... Сука, ты тупой, что ли? Посмотри мне в глаза, малыш. И скажи, тебе нравится это? No, God! Господи, это с трудом можно назвать шваброй. Хотя похоже. Твою мать, я разлил ведро! Ну а почему бы нет? Ну давайте еще одно. Итак, я думаю, что на первое время достаточно ведер. Господи, теперь самое сложное. Я не знаю, куда макнуть. Мужчина, уберите свои ноги, мужчина! А где мужчина? Куда ушел мужчина? Вы не видели мужчину? Вот вы куда ушли. Ух ты, ёпта! Сорян, я, пожалуй, пойду. Взяв у соседа ведро и наполнив его водичкой, я принялся избавляться от этого мерзкого пятна. Странная консистенция у кетчупа, ну, у этой крови. Но перед моей шваброй еще ни один микроб не устоял. Братан, ты не поверишь, я нашел твоего друга. Да. О, бабосики. О, господи, царство ведер. Вы когда-нибудь слышали о таком? Может быть, проще нанять домохозяйку? Если вы так считаете, ставьте швабру вверх. Да, господи, здесь невозможно ничего вымыть. Я начинаю топтать, и все начинает пачкаться. Сука, меня это бесит. Возьмите себе это гребное ведро, сделайте Ice Bucket Challenge. Я не вижу ведро. Ice Bucket. Ice Bucket Challenge. Вот так вот. А теперь берем швабру и начинаем все мыть к херам. Давай, детка. Какого хрена ты здесь развалился, ублюдок? Надо тебя выкинуть. И тебя тоже надо выкинуть. Ты забыл свою руку, приятель. Берем швабру, начинаем чистить. Берем снова руки и берем новое ведро. Далее высовываем его из этой херовой пасти и начинаем тащить к другим мертвякам. Да, нахрена я закрыл этот гребаный чемодан? Я понятия не имею. Надо сделать вот так. Ну, как бы, чё бы нет. Сделаем open case в игре. Сделали. Открыли. Помыли. Открыли. И снова помыли. Здесь снова помыли. Господи, нашли кишки. Что это за печенька? Ладно, хер с ней. Очаг горит. Это значит, что туда нужно выбросить ноги, руки и еще одну руку. И, господи, пистолет тоже туда. Я такой жесткий парень. Господи, я начинаю все пачкать. Мать твою, какого хрена? Меня же с работы уволят. А, ладно, можно написать член. Окей, буква Ч готова. Так, Ч-Л-Е. Окей. Осталось полюбоваться на эту красотень. Сука, я упал на член. Опустим свой взор вниз и увидим член. Да, на этой прекрасной ноте мы, пожалуй, закончим. И не забывайте... Оули фак! Господи, я вижу... Вот это поворот! Мои глаза, они словно вафельки. Чуваки, спасибо большое за внимание. Не забывайте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ну, а я пошел мыть пол. Всем пока! Вот вроде бы и все. Стираю пот со лба, снимаю очки и... What the fuck? При полной безопасности я незаметно подкрался к противнику, оценил всю ситуацию, подумал... И отрубился. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел?